Сделано в НАО. Брендовый магазин с таким названием открыли накануне в окружной столице. На торговой площадке можно приобрести продукцию местных товаропроизводителей. Меховую одежду и обувь, сувениры, мясо, рыбу и другие продукты питания, произведенные на территории Ненецкого округа. Проект был поддержан региональным центром развития бизнеса. Тему продолжит Алина Вучейская. Керамика, шаманские бубны, ненецкие сувениры, пушнина, изделия из меха оленя и даже лакомства для домашних животных. В торговой точке «Сделано в НАО» представлен огромный ассортимент продукции местных производителей. На витринах есть все, что может послужить прекрасным подарком, который можно привезти из Заполярья. Помимо ненецких сувениров, одежды и аксессуаров, здесь есть фигурки из бивни мамонта и рога лося, тушенка из оленины, варенье и северных ягод. Найдутся и товары для сладкоежек, местный мармелад и шоколад. Во-первых, очень хотелось вот этой аутентичной продукции, да, нашей именно национальной. Вот, мы привлекали мастеров, но в том числе есть вот, ну, замечательно, смотрите, вот, да, изделия из кости, лося из бивня мамонта, бубны из шкур. Вот. Но мы открыты для всех мастеров, не обязательно прямо придерживаться определенной тематики. Все, кто производит какую-то интересную, качественную, хорошую продукцию, милости просим, мы готовы сотрудничать. Всего в магазине представлена продукция 14 предпринимателей. Идея объединить местных производителей на одной площадке появилась уже давно. Проект поддержали в региональном центре развития бизнеса. Суть проекта в чем? Предприниматель берет на реализацию у наших товаропроизводителей продукцию, размещает их портфолио у себя на интернет-площадке, и также визуально можем посмотреть именно как раз вот в первой точке продаж, это как раз центр арктического туризма. Далее в планах это открытие точек в туристическо-информационном центре, и привлечем мы к этому проекту еще, конечно, гостиницы и рестораны. Помимо объединения товаров на одной площадке, у проекта есть еще одна принципиальная цель – сделать так, чтобы экспортную продукцию из Ненецкого округа не путали с ямальской. Именно для этого в Центре развития бизнеса разработали брендбук «Сделано в НАО». Теперь все участники одноименного проекта будут маркировать свою продукцию именно этим логотипом. Алина Вучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».